Смеетесь? Новый процессор Intel Core – это самое главное технологическое достижение компании за всю ее историю. Нет, серьезно, я считаю, что это лучшее, что мы когда-либо сделали. Ничего важнее нет. Понимаете? Алекс, вернись. Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost. Партнер турнира – компания Western Digital. Ну что ж, добрый вечер еще раз. Вас приветствует Вилат на турнире Intel Challenge Dota Cup. И это матч DTS против ОКХО. Это групповой турнир, группа Е, второй матч серии. Счет в серии 1-0 в пользу DTS на данный момент. Секс, пишет НС. И маленькая пауза у нас. Итак, давайте пока пройдемся быстренько по пикам. Дэнди на SF и Дред на линии, лосс на... Ну, блин, можно было бы даже не говорить, кто на ком. Дэнди на SF, Дред на линии, лосс на Штормпанде. НС на Бетрайдере и Смайл на Винге. Попросил, наверное, НС сыграть Бетрайдером. Light My Fire играет у нас на... За Сентов играет ДТС. Light My Fire играет на Инвокере. На Разоре у нас Илюшенька-убийца. Кто он на Цемке? Тенса опять на Шейкере. И соло легкое у нас будет стоять Алхимик. Алхимик будет стоять против Триплы с Линой, Вингой и Бетрайдером. Ну, ему будет тяжеловато, скажу вам. Честно... И смотрим, Дэнди в миде будет играть против Light My Fire. Ну, это интересно. Light My Fire, явно видно, что один из сильнейших все-таки игроков. Lost против вот этой триплы тоже ему будет, конечно, стоять довольно сложно. Но посмотрим, как с этим делом справится Lost. Итак, наблюдаем. Встретится вот сейчас буквально, вот в миде встречается Дэнди, отстопил лучше все-таки, чем Light My Fire, и будет драться на своем хайграунде. Вот вы смотрите, и первая крипа убивает Light My Fire. Это, как говорил сам Дэнди, немножечко есть преимущество, когда ты теряешь первого крипа, это моральное такое удовольствие у тебя не то. И потом, ну вот вы видите, и не так просто Дэнди там стоится все-таки в миде. Довольно плотный герой Инвокер, и все, думаю, это знают. Здесь мы видим трипла с НСом, Смайлом и... С НСом, Смайлом и Дредом. Тут, конечно, Алхимика будет сжимать очень плотно, поэтому Алхимик сразу распушивает лайн, распуливает лайн и будет пытаться как-то получать здесь экспу. Ему нужно побыстрее взять шестой левел. Ну, это тоже не совсем правильное решение, потому что ДТСом, конечно, это только и дай. Вот, пошел Дред. Ой, вы смотрите, сколько денег тут просто на халяву прилетает Дреду. Еще и сюда выпуливает крипов и не дает сюда подойти Алхимику. Алхимик тут бросает тучку. Ну, конечно, с тучкой-то это, может, что-то он заберет, но вряд ли, видите. И тут Дред ему мешает активно жить, сам ему запулит. Но все-таки Алхимик, видите, берет второй левел и немножко подфармливает здесь. А на Дреда агрятся крипы, поэтому ему не так просто здесь стоять. Зато здесь тавр практически падает. Две минуты игры еще не прошло, и тавр уже практически упал. Вот остается у него 130 хп. Ну, основная цель опять-таки... Ой-ой-ой-ой-ой, здесь смотрите, проблемы у НС, какие получает он много дэмэджа от тавра. И забирает-таки НС тавр. Тут кому нужно, тут стан прилетел, настакало на Алхимика. Алхимик разряжается в вингу, и это будет форсблат на Смайле. Ой-ой-ой, Смайл прогрызает дерево, пытается бежать. Один удар остался Смайлу, но он, дерево на него работает, вы видите, еще уже два удара стан получает Алхимик, и стан Смайл все-таки уходит. У Алхимика юзает Magic Stick, чтобы закастовать еще один станчик, но, наверное, не достанет. Дэнди в миде гангает Шейкер и убивает его. Lost my, Light My Fire, это First Blood на Дэнди, вы видите, ушел Шейкер снизу, не видел этого Дэнди, вот здесь стоял вард, видимо, как-то Шейкер прошел через верх, и минус Дэнди, 1-0, ФБ забирает команда.
Команда Окно Гейминг, и вот это уже становится интересно. Вот это уже становится интересно. Лост внизу у нас 6-4 Крипстат, 9-3 Разор, стоит неплохо. Наверху Тауэр упал, наверху Тауэр такие убили ДТС, и вот 1000 голды сразу у НС, ну понятно же, что будет быстро очень делаться дагер. А здесь Лина гангает, вы видите уже Light My Fire, но замечает, он вовремя уходит, не смогли они здесь с Дэнди убить его, но зато Лосту немножко попроще здесь, ну Лосту нет, не попроще, пока у ходил Шейкер, ему было попроще. Сейчас он немножечко, конечно, расслабился. И вот опять на него нападает. И будет стан от Шейкера? Нет, нету стан от Шейкера. И тут вы смотрите. НС полетел-то за Алхимиком. 5 стаков на Алхимике. Ой-ой, как-то больно. И тут Лина станом попадает. Алхимик еще и разрядится. Нет, разряжается. Таки Алхимик Дред забирает килл. Сейчас становится 1-1. Ну вот, все-таки Бэтрайдер это зло жестокое. Бэтрайдер это зло очень жестокое. Когда у него появится дагер, будет сделать вообще что-либо с ним очень тяжело. 14-7, Дэнди 13-5. Дэнди умирал, но все равно у него получше получается с... у него получше получается здесь с Крипстатом. Интересно, почему? 17-7, 13-5 у нас у Light My Fire, и Дэнди, правда, отстает на один левел. Здесь мы видим, подошел Тенса опять мид, и Дэндику нужно быть здесь поосторожнее, чтобы не умереть, но зато спокойнее себя может чувствовать Лост, который взял уже пятый левел, третий по-прежнему у Разора, как бы не особо сильно напрягали, а здесь вы видите, что творит НС с Дредом. И поехали опять стаки у нас на Алхимика, далеко полетел НС, настакал еще на крипов, очень быстро нужно поразбивать этих крипов, есть у НС Стаут Шилд, проще ему по таурам стоять, но вот это вот получать, конечно, плюхи от таура не очень приятно, но все равно крипы заходят очень далеко, вот непонятно, почему крипы пошли сюда, и кто-то делает ТП, вот это может быть серьезная проблема. Шейкер здесь, это минус 2, вы смотрите, зажимает Лину, приходит Смайл, раскастовывается, таки Дред пытается улететь, но умирает таки от ЦМ-ки, НС забирает у нас одного, полетел здесь за ЦМ-ка, еще одна плюха нужна ЦМ-ке, но умрет же НС. НС умирает, ой-ой-ой-ой-ой, он последнюю тычку не смог дать, он навелся почему-то на тавер и умер. О, да, ну Тенса тут станом, конечно, не попал по Смайлу, Смайл спокойно стоит, видит подходящего Тенсу, и... И вы видите веселуха, 2-3, в пользу команды Окно. Наверху веселейший экшен устраивают ДТС и... Ой-ой-ой, тут ганг Разора, Дэнди подбегает, начинает гангать Разора, что это... И врывается Лост просто, ну тут, конечно, не уйти. Не уйти Разору никак, Дэнди забирает килл, ну вот видите, да, Разор так нормально, все-таки пощелкал по лицу обеих игроков ДТС, и Дэнди Ласта, у Дэнди есть реген, ему, конечно, не страшно, тут что наверху, ай, тут наверху проблема у Алхимика опять, первый стак полетел, минус армор, сразу сейф, есть сейф от ЦМ-ки, тут стан еще в Алхимика, и взорвется он, нет, разряжается, таки в... Смайлуху, но здесь уже рядом Дред из бэк, станет он ЦМ-ку, на ЦМ-ке висят стаки, меня что-то пролагало, залетает здесь НС, ну много дэмэджа получает от Тавра, вы знаете, и умрет здесь НС, нет, не умрет, юзает стики с последних сил, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Light My Fire, просто даблкил с миду подходит, и опять... Не очень удачная веселуха получилась у ДТСов. Они забрали ЦМ-ку, Тауэр они не забрали. И вдвоем умирает Дред и Смайл от подошедшего из мида инвокера. И это уже неприятности у ДТС. Расслабились немножечко и вот такая вот веселуха сразу устраивает. Так, здесь летает НС, рядом ходит Тенса. Тенса уже с банкой. Смайл прилетел в мид, пока здесь Дэнди стоит нас внизу, пушит Тауэр. Вот с этими крипами он его убьет. Здесь уже Разор. Разор левел 4, Дэнди 7. Ну, вот просто в тупую, наверное, Дэнди будет фокусить Тауэр. И не дать. Вот один удар остался Тауэру. Дэнди пытается развести Разора и не разводит. Не разводит, молодец, просто Илюха до конца отстопил. Дэнди даже дал тычку, которую тут же отменил, но, видите, не убил. И тут ЦМ-очка подходит, и сразу же Лос врывается, цепляет ЦМ-ку. Дэнди нужно дать дальний койл. Дэнди подходит еще ближе, сбривает ЦМ-ку и цепляет еще Разора у Лоста. 115 маны, Лосту нужно убивать, вот убивает и теперь бежать. Это Шейкер или кто летит? Да, это Шейкер. Шейкер стан, нету смысла давать, сильно поздний сейв от Тенса здесь был, не получилось. А вот этот пацан, это проблема. Бежит инвокер у нас вниз, но здесь Дэнди уже практически фуловый, у него просто нету маны, Лост уходит. У Лоста есть
есть сапог, есть Circlet Nobility, есть Mantle of Intelligence. И он уходит отсюда. Мы видим алхимик 5 левел. Soul Ring рецепт у него в бэкпаке. И вот здесь есть уже готовый. Тенса пишет дилей. Ну, если его дилеет на LD Hellbot'е, то тут мы помочь ничем не можем. НС, 6 левел, есть урна. И фармит, конечно, дагер. Дэнди убивает в миде. Light my fire, Илюшенька убивца. Или где они его убивают? Или вот здесь они его убили? Да, здесь они его убили. Санстрайком, я так понимаю, помог инвокер. Тут по вардам бегают ДТС, и могут быть у них огромные проблемы. Шекер с ДД. Light my fire тоже в миде. 1000 голды у него. Ну что же, самое важное, чтобы НС побыстрее нафармил здесь дагер для ДТС, поэтому будет попроще. И они все-таки решаются, наверное, наверху пойти забрать этот тауэр. Ну, конечно, один из самых легких путей к тому, чтобы нафармить деньги, это забирать товара. ДТС уже забрали их 3, скоро заберут 4. Ну, стандартная, уже привычная, наверное, многим тактика команды ДТС, когда просто товара и ультимейт появился наконец-то у алхимика. Сейчас его убивать намного тяжелее, когда ДТС убивает очень много товаров. Здесь, ой-ой-ой, далеко пошел здесь НС. Если сагрится на него тауэр, будет проблема. Здесь шейкер, его пытается закрыть. Полетел стан в НС очень далеко. НС стаками здесь помогает. Прибегает Дред, прибегает Смайл. Стан прилетает в алхимика. Зацепил здесь Тенса, пытается сделать ТП-аут, убивает Тенсу, алхимик едва живой, тут ЦМ-ка, полетели ветра, врывается Лост, Лост ловит ЦМ-ку, не, он таки ловит алхимика, убивает алхимика, здесь Дред умер, ЦМ-ка бьет Лоста, Лост по третьим таврам, очень больно драться, ой-ой-ой-ой, зажался Лост, пытается уйти, еще один удар отпивается, нет, вы смотрите, мегакилл, light my fire, 5-0, даблкилл, и тут НС, один, остается в живых, тавр опять не убили ДТС, и размен получается 3 в 2, 3 в 2-5 в пользу команды Окно Гейминг. Вы смотрите, что происходит. Что происходит? Окно Гейминг просто жарит ДТС. Вот так-то. По-прежнему НС еще далеко до даггера. Неужели он купит ПТ? Ну, я думаю, не надо. Да, покупает ПТ, и это плохое решение. Точно плохое решение. Здесь Фейсбук 400 голды. Что-то уже летит. Что летит? Ой-ой-ой-ой, летит став. И Magic Wand собранная. Не получилось за один раз, не проплеер вложить все в себя. Вот сейчас получится. Нет, опять не получилось. Нужно ручками Magic Wand выложить, подобрать, молодец. И неплохой у нас инвокер, очень неплохой инвокер в игре. Смайл 5 левел берет. Дэнди у нас уже 9 ПТ есть. Есть ПТ, есть в Райс Бенд. И здесь вы видите, НС выжигает по-прежнему верхний лайн. А вот этот ганг он вряд ли, наверное, вы знаете, переживет. Нужно ему ПТ-шечку, вот пытается его поднять ветра. Нет, ну тут, конечно, не убьет. А может быть убьет, нет, должен убить все-таки Lost My Fire. И еще, и нужен санстрайк сейчас. Будет ли санстрайк? Нет, не закастовывает санстрайк. Пытается НС здесь мансовать. И вы видите Лос здесь на алхимика, который в ульте ставит еще и ловушку. Но здесь, ой-ой-ой, тут зажимать будут готовы ДТС. И здесь уже подтягивается у нас Лина, взрывается в ветра вместе с Лостом. Но Дэнди уже на перерез вместе со Смайлом. Будут ловить, сбивать мегакилл. Да, вот ловят сейчас. Сбривает моментально. Нет, смотрите, не сбривает Lost Myself. Нет, все-таки сбривает Light My Fire. Боже, говорю, Lost Myself. Light My Fire сбривает и забирает еще. 6-6 приходит разор. Дэнди, ой-ой-ой, убивает, вы смотрите, одного, второго, его еще здесь, наверное, убьет Дэндика. Нет, не убивает Дэндика, умирает он, шейкер ультует, забирает двоих, Дэнди остается против Тенса, но здесь ЦМ-ка, минус 5 делает команда, минус 5 делает команда, окно, ого-го, вот это драка была. Довольный, как слон, ПГГ делает сейф. Бедный не может нарадоваться, никогда не забуду, как мы с ПГГ комментировали полуфинал Асуса, где тоже там у ДТСов не так все гладко шло, когда он там бедный просто усыкался. Ну вот. И шейкер-то ультанул, как хорошо. Тенса 1-1, 10-0 по крипам. Счет 14-11 в пользу команды Окно Гейминг. Ну, тут вы видим МНС с Ring of Hellsом. Передумал он делать дагер окончательно. И смотрим на Дэндика. У Дэнди нету БКБ, вот подлетает он в ветра. Неплохо играет Light My Fire, согласитесь. Тут пошла инфа, что это год. Ну, в принципе, это не важно.
Год это или не год, я не знаю. Ой-ой-ой, ловят алхимика, но тут сразу сейв. НС тут же решил, все-таки нужно уйти, потому что здесь разор, здесь ЦМ-ка, и в рассыпную просто бросаются ДТСы. За ними тут 4 героя бежит вдогонку. Нету рядом ласта, нету рядом лины. Драку начинать лучше не нужно. И это понимает ДТСы, отходят. Смайл 7 левел у нас. Вот НС, и вот вы смотрите, налетает здесь на лину, лина дает стан, не попадает станами, нужно уходить. Нужно уходить, дред не попал на этот растана, появилось у него ПТ. Здесь смайл поставил у нас вардец. Лост спокойно пушит нижний лайн. Дэнди рядом здесь, здесь лост Дэнди, скорее всего, будут пушить до тавера. Пока в миде развлекает тут смайл, дред, ну и НС уже улетел наверх. И позиционно опять команда окно очень хорошо ходит по тирам, то есть хорошо готовится к дракам. Ну тут, конечно, ласта вряд ли цепанут. Шейкер тут дает стан в ласта. Лост тут... Что ж творит лост? Нет, все-таки улетает, конечно. И улетает дальше. Алхимик даже в него не успевает разрядиться. Алхимик включил ультимейт. Здесь Шейкер дал стан. Шейкер это 10 левел. Прошу заметить, прошлый игре закончил на 5 левеле. И проблемы тут в миде с инвокером у команды ДТС. Не могут на него напасть. Неплохо раскастовывается, конечно, Light My Fire. Не знаю, он это или не он. Но черт его знает. Алхимик у нас с Soul Ring'ом. Ring of Health ПТ. Ну, тяжело. Обсервер вардс, обсервер вардс, сентри вардс просто закупились вардами ребята из команды окно. А тут ходит Тенса с ДД, и вот вылазка такая в лес, в спину вылазка такая в лес от ДТСов. Врывается здесь НС вместе с ластом. Тут стан Лины просто нужен. Вот Лина стан дает. Смайл еще сюда нужно ультануть. Убивает Смайла, разменивает на алхимика. Нет, Смайл выживает! Оп, нет, все-таки пришла ЦМ-ка вовремя, и здесь НС получает стан и тоже умрет. НС, вы смотрите, НС тоже умирает. Размен на 5-2 в 1, и здесь еще и зацепят Дреда, вы знаете. Прицепилась к нему эта банша. Подымает, нет, Дреда не поднимает ветра. Дред с разворота дает стан, развернется, убьет же ЦМ-ку. Нет, тут Дред, скорее всего, умирает. Да, Light My Fire его убивает. 3 в 1 размен, и ДТСы проигрывают эту игру по чуть-чуть-то. Что происходит? Ну, я не знаю, смогу. Если они ее проиграют, будет вообще полная веселуха. Здесь инвокер должен покупать Аганим, насколько я понимаю. Так, ловят тут Разора, Лос Дэнди. Ну, вряд ли его, конечно, отпустят. У Лоста еще есть 150 маны. Нет, все-таки отпустят, вы знаете. Мувспида у него больше, отпустят, нету даггера. Лост, нет, не догонит. Здесь бежит уже Алхимик, который сейчас разряжается в Лоста. Но тут же сейвит Дэнди и... Конечно, ласта убивать не пойдут. Смайл в миде, Шейкер дает ему стан. Что у нас с Шейкера до даггера? Нет, тут Тенси еще очень далеко до даггера. Наблюдаем за Дэндиком. У Дэнди в планах, конечно же, БКБ. Ну, из-за довольно не особо веселого начала игры БКБ у него немножко откладывается. Это, конечно, не так, как в первом матче. Знаете, холодный душ на голову команде окно вылили ДТС. И, наверное, подраздуплились все-таки ребята. Решили, что нужно выигрывать. Забирает здесь смайл. Смайл фармит мид. Но все-таки я считаю, что распределение героев довольно неправильное. Как бы то, что НС играет на... То, что НС играет на бетрайдере, как бы, ну, не его это герой, не его вообще этого плана герой. Как бы не любит он на них играть, но играет не очень, я бы сказал, хорошо. Здесь фармит в лесах на Вангвард, вот сейчас он у него будет, да, вот есть уже денежка на Вангвард, можно купить его, есть 10 левел, но то, что нету даггера, вы смотрите, цепляет опять здесь, что творит просто, что творит Дреда, Дреда просто убивают втроем, забирает Light My Fire, не могут отбиться просто от инвокера, чудеса происходят полные, ой-ой-ой, тут как ловили ласта-то по лесам, лост уходит в спину. Здесь не может, разряжается под себя, ай-яй-яй, и не может здесь Дэндик остановить ультимейт. Лос ворвался сюда, притягивает ЦМ-ку, раскастовывает ЦМ-ку, убивает, цепляет алхимика, здесь НС в ультимейт, ультует Дэнди, Шейкер тоже ультанул, живой алхимик, нет у нас ласта, Дэнди летает в ветрах и тоже умирает. Вы смотрите, и размен на этот раз в 2-2, конечно, но все равно плохо для ДТС. В принципе, драка была, должна была для них быть. И туда, сюда уже летит лост или кто это? Нет, это Дред. Это Дред. И на развороте могут попытаться убить. В принципе, нет, двоих будет тяжело убить. Здесь бьют НСа.
НС пытается уйти, Лина отстанивается, и что здесь будет? Лина дает стан, ай-яй-яй, попадает в ветра тут же, избивает ее вдвоем, лоу хп дред, переключил ПТ, ой-ой-ой, дает стан, и шейкер вовремя, Тенса, киллингспри, вы смотрите, еще и бьют НС, если сюда никто не прилетит, заходит за тауэр, 21-15 в пользу команды Окно Гейминг, что происходит у нас, я не знаю. Семнадцать минут 50 секунд игры за нами, и нужно ДТСам как-то сейчас собираться с мыслями и начинать нормально драться. Нес давно уже забыл, наверное, про свой даггер. В принципе, им тут далеко не пахнет. Дэнди уже с БКБ. Это получше, да, БКБ еще не юзанное было в прошлой драке, еще его Дэнди не успел себе принести. Если бы было БКБ, было бы, наверное, все-таки поплотнее, потому что три раза он пытался кастовать ульт, ни разу так не вкастовал. Тенса, даггер через 800. Разор, в принципе, еще не плотный, но скоро будет. Что здесь? Смайл пытается бежать фармить наверх. Вот то, что Смайл бегает, пытается фармить, да, и у него это, ну, это отнимает, как бы, и территорию для фарма других героев, а НС, как бы, тоже там пытается что-то насобирать, летает по лесам, но это неправильно, потому что, ну, вот Смайл сейчас здесь будет гангать, но он привык, что он играет на таких героях, на которых ему пофигу, имеется уже ветра у Light My Fire 7-1, здесь у Алхимика 3-6 стат, прилетает ему что-то, худ прилетает уже готовый, тут в миде Шейкер поцарапал немножечко Дэнди, 650-750 голды Тенси осталось до даггера, Дэнди осталось 1000 с чертом до даггера, но тоже будет даггер БКБ, конечно, понятное дело, и нужно ДТСом убивать тавера, вот видите, еще 3 тавера стоит полных, Разор 12 левел, 13 Light My Fire, CM-ка 9, Дэнди левел 15 уже, ого, Дэнди уже 15, Смайл у нас 10, нужен 11 левел ласту, вот есть 11 левел ласта, 1200 голды, какой у НС, у Дреда 9, Дред 9, где у нас НС, где у нас НС, где у нас НС, здесь стоит Смайл, прямо на вардах у Тенси стоит, вот подбегает у нас НС, есть худ, есть накидка, ну понятное дело не даггер, и вот иллюзия Дэнди палит у нас Тенсу, 1500 голды у Тенса, ну, основные, сейчас главное для ДТС, конечно, зафокусить, так, Смайл тут пытается кого-то свапнуть, побежали, НС включает Firefly, и стан прилетает, и тут с другой стороны инвокер, боже, какой разброс ДТСа по разным частям, просто, Лина пытается что-то сделать, сбривает ее просто моментально, и драка проиграна в ноль, ветра поднимает Смайла, 0-2 будет размен, да, Смайл тут, конечно, никуда не уйдет, хотя бежит Смайл, нет, догоняет его Тенса станом, доминейтинг, тут уже никого, конечно, не догоняет, гонят, 0-2, ДТС опять проигрывают в драку, и вы знаете, еще 2-3 такие драки, и все, у Шейкера уже должен быть даггер. У Шейкера даггер будет через 300 голды, еще буквально действительно 1-2 таких неудачных пуша, и ДТС просто проиграют эту игру и начнут Intel Challenge после первой игры, в которой они просто там с невероятным счетом 42-6 там убили команду Окно, они сейчас могут проиграть игру, ну правда они еще не потеряли ни одного тавера в игре, но игроки команды Окно становятся все сильнее и плотнее, и тяжелее их будет убивать, и им-то будет попроще. Видите, здесь ЦМ-ка не дает Тенси нафармить на даггер. Ну вот, есть, пока дойдет до дому, будет даггер у Шейкера, 21 минута, и как же хорошо играет Инвокер, как-то просто аж непривычно вспомнить Light My Fire, как в первой игре он играл на Некролите, это вообще было не то, может все-таки действительно это играет год, ну в принципе все возможно, очень даже возможно, я бы сказал, и тут проблемы у ласта. Огромные проблемы у ласта, у него есть мана, в принципе, чтобы улететь. Вот смотрите, и ловят его здесь, улетит ли лост. Какой четкий ганг. Я просто в шоке. Какой ганг четкий, убивает ласта просто на ровном месте. Не знает, что творится ДТС. Я понимаю, вот это вот сейчас, вот эту вот истерику, которая начинает происходить, типа непонятно, боже, что это такое. Здесь Смайл, здесь Лина. Если попытаться свапнуть Алхимика, то можно, в принципе, вот побежал Смайл ловить Алхимика. Нет, ну слишком далеко. Тауэр здесь лоу, можно его убивать, но будут, конечно же, сейвить. Здесь уже ЦМ-ка, здесь Алхимик, подходит Шейкер. Шейкер с даггером, ДТС этого не знают. НС по-прежнему без даггера, нужно забрать тауэр и уходить. Юзает, ой-ой-ой-ой, Дэнди, какой лоу ХП. И врывается Шейкер, ультует на Смайла, цепляет Смайла НС, забирает быстро Смайла. НС тоже, скорее всего, умрет. Да, умирает НС, без вариантов ДТСа просто. Нет, НС улетает.
О, боже, нет, ЦМ-ка догонит. Догонит ЦМ-ка же. Нова, нова ЦМ-ки. Заканчивается у Несса Firefly. О, боже, как же не вовремя. Находит его, кто он, убивает. Что происходит? Что происходит в игре? 26-15 и уже минуты 4 ДТС не могут сделать один килл и почему-то ломятся и ломятся в товарах. Хотя, по сути, в лейте они сильнее. Неужели они просто хотят доказать, что это все случайно? Здесь ЦМ-ка подошла. Дред это дело контролит. Вот дает Dragon Wave. Стан и ульт остался. О, ну да, врывается лост. Тут ЦМ-ка слишком быканула и, конечно же, умерла. Сюда бы не помешали сейчас варды, чтобы разбить вард, который стоит здесь. Лост побежал у нас по миду кого-то ловить, видит Тенсу. Тенса здесь стоит, ну, уже знает, что у Тенса есть дагер. Пошел лост в спину просто алхимику. По вардам, вот сейчас заметили лоста. А здесь Дэнди, Дэнди ловит алхимика. Алхимик должен включить уже ультимейт, начинает убегать. Алхимик включает ультимейт, но лост врывается, ловит его. Сбривает, тут шейкер дает стан, нужно уходить сейчас Дэнди. Дэнди включает БКБ, разворачивается, ультует прямо под Тенсу. И выживает через БКБ, лост забрал его, ТП-аут делает, успеет, конечно. Ну, БКБ это легко сделать, да, успевает сделать ТП-аут. А здесь в спину уже Смайл угонится. Ай-яй-яй, Смайл сам себя зажимает. Смайл с Линой сами себя зажимают. И тут рассказ сейчас будет от Алхимика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, еще и НС здесь. Вы смотрите, цепляет Разора, убивает таки Разора. Смайл забирает килл, забирает еще и Тенсу. И здесь нужно убивать Light My Fire. А здесь же Лос у нас стоит. Полетели ветра от Light My Fire. Цепляет его со всех сторон. Живут ДТС каким-то чудом. Инвокер пытается уйти, убегает. Он убегает, но на нем висит уже... стак висел на него еще что? Ой-ой-ой, ушел таки Винвиз. Ушел Винвиз, браво, Light My Fire, браво, выживает. Висели на нем банки, висело на нем все что угодно. Но вот на этот раз ДТС, конечно, убили троих, никто не умер. А нет, убили четверых, с 26-15 сейчас стал счет 26-19. И подуспокоились уже, наверное, ребята немножечко. Поняли, что не так-то просто, не так-то просты окно, как казалось. Очень жестко играет у нас на инвокере Light My Fire. Здесь миди мы видим, Дэнди забирает тауэр и дерется с алхимиком просто. Ну, алхимик 12 левел, Дэнди 17, вот в этом-то проблема, наверное. Дэнди уже у нас с даггером. Тут подошла ЦМ-ка. И лост. 4-4. У него старт 69 на 5, есть ДД. Врываться, конечно, сюда довольно стрёмно, потому что здесь стоит шейкер, контролят. Покупает вардов в два пака сейчас Смайл, 200 у Дэнди. У ласта 700 голды, есть персеверанс. Тут же рядом у нас Лина. Лина, ну, Дред фармит леса. Дред до сих пор не 11 левел. Нужно ему сейчас вот здесь этот даблспаун зафармить. Будет, может быть, 11. Нужно сейчас станчик. Какой жесткий дред. Берет 11 левел и сейчас уйдет в леса. Здесь у нас по-прежнему стоит один Дэнди. Дред купил даст на случай, чтобы в следующий раз не убежал у нас товарищ инвокер. Наверху. Ой-ой-ой-ой-ой, цепляет лоста. Лост на этот раз уходит таки лост. Рассказ полный, инвокер на него просто повешал. Здесь лост. Лост и НС. И понимают они, что нужно улетать, потому что, блин, может быть, жестко похилял. И не успевает лост! Нет, все-таки здесь включает Разор у нас ультимейт, но сильно поздно. Здесь в спину заходит уже Дэнди. Будут ДТС завязывать сейчас драку. Дэнди заходит в спину. Вы смотрите, БКБ юзает, заходит в толпу. Ультует, разбегается все от него. ЦМ-ка тут зажимается, получает стан. Тут же отъезжает. Здесь НС тащит нас Разора. Фокус пошел в Разора, прыгает в разные стороны Дэнди. Какой свап шейкера показал нам сейчас Смайл. Шейкер ворвался и тут же, не успевая ультануть, его свапает Смайл. Ловят алхимика, алхимик разряжается в Смайл. Здесь Light My Fire тоже пытается уйти. Смайл ловит у нас хоть кого-то, нужно поймать. На перерез здесь бегут еще за алхимиком ДТС. И у алхимика сейчас закончится ульт. Тенса здесь бегает, отстанивается от Дендика. Алхимик сейчас взорвется, некуда ему разрядиться, некуда ему разрядиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Разряжается таки в Денди алхимик. Здесь гонят нас инвокера. Экшен пошел какой. Инвокера закрывает таки с разных сторон. Бросает он сюда еще ведра, поднимает одного Смайла. 5 игроков команды ТС живы. Опять они не умерли, 2 в 0 разменялись. Шейкер дает стан. Шейкер у нас в драке не ультанул. Вот теперь нужно ласту отсюда уходить. И ДТС все уходят. Опять они выиграли драку. Успокоились уже немножечко ребята из команды ДТС Чатрикс. И у окно не так уже просто идут дела. Дэнди 3000 голды. Дэнди 3000 голды. В драках чувствует себя просто хорошо.
В последнее время NS44, 2700. Lost находит реген, просто как все по заказу. Dread сдаст там 1500 голды, скоро будет Dagger. И Smile у нас уже довольно плотный, 1300 хп. Тяжело его уже будет убивать. Итак, наблюдаем дальше за Тенс. У Тенс здесь у нас Dagger появился больше, он, конечно, фарма не забирает. У Алхимика, ну, 2700. Пока будет Радианс, то будет, наверное, уже сильно поздно. Дэнди врывается просто в толпу, ультует. На этот раз никого не цепляет, нужно ему уходить. Потратил лишнее БКБ. Здесь под вардами ходят все ДТС. Все видят их, ребят, с команды окно. Light My Fire здесь подбегает. Бросает еще ветра, никого не цепляет. Ставит Шар, который взрывается здесь. Немножечко зацепляет Смайла. Оставляет его абсолютно без маны. И Смайлу нужно, наверное, уходить. Дэнди 3400. Ну, наверное, все-таки Галхорн или в Мантастайл. Не знаю, что решит Дэнди. Пока он просто фармится. 1000 у Лоста. Лост, так понимаю, решил все-таки делать линку, как и в первой игре. На этот раз не так просто. Ух, сколько фарма. Ух, сколько здесь фарма просто. Смотрите, сколько денег Лосту тут подогнали с куржи. Ну и сейчас, наверное, будет начинаться обставление вардами и попытки атак на Рошана, потому что довольно такой интересный момент в игре. 26-21, 28 минут 30 секунд сыграли команды, и Рошана сейчас нужно врываться. Здесь стоит Light My Fire, видит он Энеса. Закончились варды команды Окно на верхней руне. Энес уже с Даггером. Энес, Даггер, Вангвард, Лейнсвокер, Клак, Урна. И тут вот внизу, внизу мы видим Дэнди, Иллюзии. Здесь стоит Дред. У Дреда по-прежнему нету Даггера, и это плохо. Дэнди пытается иллюзиями выманить здесь игроков, но Алхимик фармит. Алхимик фармит, его нужно убивать, но пока фармит Алхимик, и все игроки команды Окно его защищают. Миди у нас фармит НС, а наверху фармит Лост. У Лоста вот уже 2000, видите, последний раз мы на него смотрели, у него было 1000, сейчас 2, и неплохо довольно. И делаем, делает сейф у нас ПГГ. 29 минут и 9 секунд уже за нами. 26-21 счет в пользу команды Окно Гейминг на данный момент. Ух, тут все-таки успел, блин, кануться из-под ветров в НС. Но догнали его ветра. Ничего страшного. Не попал зато разряд. И какой же плотный-то у нас инвокер в сегодняшней игре. Смотрю я в куру, ничего здесь нету. Нету у него аганима. Ну, все равно довольно много раздает дэмэджа. И довольно неплохо играет. Разор уже с пипой. И тавер от ДТС, наверное, все-таки сюда будут все группироваться, чтобы забрать тавер. Ну, пока все хорошо для ДТС. Видите, они пушат этот лайн. Здесь стоит фармит алхимик. Все остальные бегают по лесам. Минуты уже 4. И опять, видите, НС ублинковывается от раскаста инвокера. А вверх фармит лост. И фармит неплохо. Вот видите, купил ультимейт орб. Он там уже нафармил, наверное, за последних минут 3000-2500. И, в принципе, ему не мешает. Здесь Дэнди. Дэнди БКБ с Даггером. Ему, конечно, ничего здесь сделать не смогут. А в куре что-то должно ему лететь. Игл Хорн и кольца. Кольца для НС. А НС все делает худ. И Игл Хорн летит для Дэнди. У Дэнди 1500, кроме Игл Хорна, скоро будет. Ой-ой-ой. Тут НС просто наглеет. Не боится, что на него налетят. У Алхимика у нас 3600. Улетает он наверх. Здесь тоже фармит. Лост ему здесь привел тоже довольно много крипов. Скоро вот Алхимик включает ультимейт. Скоро будет 16 левел. И будет... Скоро Радианс врывается на Дэнди. Дэнди блинкаут. Успевает. Ну и тут Разор, конечно, уже никого не цепляет. Четверо опять пытались зацепить здесь Дэндика. Вард стоит здесь от Смайла. Абсолютно все видно. И Лост, видите, с НСом. Контроль от Алхимика, врывается на Алхимика, раз в момент, какой-то ульт, пошел, ТП, масс ТП отсюда, нужно улетать, и Алхимик сейчас разрядится в НС, если НС не успеет блинкануться, нет, НС не успевает блинкануться, и вы смотрите, тут огромные проблемы у НС, но закончился ульт у Алхимика, очень не вовремя, Лосту нужно долететь, здесь ЦМ-ка устраивает Новый год, Лост таки улетает, Дэнди тем временем забирает тавер и убивает Light My Fire внизу вместе с Дредом и Смайлом, здесь гонят НС, НС ублинковывается, четкий развод получился у ДТС по двум лайнам, Дэнди со Смайлом убивает у нас инвокера, и наверху никого не смогли забрать вчетвером ребята из команды Окно Гейминг. Из-за этого у них и сейчас огромные проблемы, потому что им приходится юзать глиф, у них нету ТП, им нужно пешком бежать вниз, и пока они добегут пешком, наверное, все-таки Тавру успеет убить. Дэнди здесь со Смайлом бежит, Шейкер с Даггером. Здесь довольно много крипов, но и подходит Разор, и вот Дэнди сейчас уходит. Да, Тавр не убили, Дэнди уходит, здесь Дред уже с Даггером. Нету у нас инвокера, Алхимик таки нафармил, в конце концов, свои
своих 3800 вот несет уже себе Sacred Relic. Ну, 32 минута довольно поздно, но неплохо, неплохо. Lost, есть у него уже деньги на рецепт, но он пока не покупает, на случай, если вдруг понадобится какой-то срочный байбек, не покупает он себе ничего, и вот тут вы видите, НС врывается на алхимика 16 левела, так вот мешает ему жить, и вот тут в спину вы видите дред, если бринканется, то можно сбривать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вы смотрите, как убили ЦМ-ку. Дэнди таки купил Eternal Blade, один из его любимых артефактов. Просто в ЦМ-ку рассказ полетел от Дреда и от Дэндика. Минус кто он моментально. И наверху Лост попрямил. Лост там себе поселился. Наверху чувствует себя великолепно. Вот летит Кура. Кура несет лицеп на Линкин-сферу. НС летает по миду. Здесь раздражает врага. И вот зажали, зажали на базе команду окно. Имели, имели, ребята... Окногейминг преимущество, был счет 26 на 15, после этого 8 киллов подряд сделали ДТС, забрали 2 таура, ну, подсобрались, как говорят в таких моментах комментаторы, поэтому я тоже этот заезженный штамп, наверное, буду использовать. Подсобрались ДТС и поняли, что хватит веселиться, поняли, что хватит проигрывать команды окно. У этой команды, напомню вам, что когда-то ДТС уже проиграли на Асусе и вылетели из Асуса. Было дело, я, если честно, не могу вспомнить, какой это был Asus. По-моему, это был зимний Asus 2010 года, когда играли с Бучей, а не с Артстайлом. Ну, на 100% я не уверен. Вот вы смотрите, цепляет здесь такие Неса, рассказ в Неса влетает полный. Но не нападает. Есть радианс у алхимика. Ну, ДТС, в принципе, неплохо зажали сейчас противника. Пушатся у них все лайны. Здесь тавру усталость, осталось 340 хп всего. И вот любая драка закончится тем, что будет минус сторона. Понимает это окно гейминг. Поэтому не врывается. Здесь вот фуловые все. Лост себе еще что-то там фармит по лесам. Не знаю, что он себе фармит. Но что-то фармит. У Дэндика есть уже Eternal Blade 2100 сверху. НС 1400 худ Vanguard Dagger. И вот вы смотрите, нападают на Смайла. Будет рассказ, да, атакует. Сейчас нападает полностью на Смайла. Все, Шейкер блинкуется. Смайла пытается сбить моментально, ему нужно куда-то свапнуться. Смайл не может свапнуться, умирает. Видите, Дэнди входит в Internal Blade. Ну, БКБ ему нужно, вот включает он БКБ. Но уходит, не ультует. Вы видите, Лос забирает кто он. НС забирает тоже одного. Забирает здесь Дреда. Остается живой Дэнди. НС летает здесь под ультом Разора. Нужно спасать сейчас НС. Разряжается сам себя алхимик. И НС здесь горит, горит просто огнем радианса. Дэнди нужен туда, рассказ, тут же Лост. Тут же Лост, Дэнди убивает одного, убивает второго. Но меняет НС, и Дэнди лоу хп. Лосту тоже нужно уходить, Лост умер, размен 4 в 3. Размен 4 в 3 в пользу команды Экно Гейминг. От Аташечки. Вы видите, по атака начинает драку у нас инвокер своим рассказом, цепляет моментально Смайла. И я не понимаю, почему, конечно, не коснанул Дэнди ульт там во всей драке. КБ у него было, все у него было, а тут, вы видите, Рошана заберут. Заберут же, наверное, Рошана. Да, забирает Рошана. Забирает Рошана просто вдвоем. Кто-то еще сюда потянется. Но ДТСы должны это выкупать. Должны это понимать. Ну что, Рошана сейчас терять нельзя ни в коем случае. Видим, 3000 денег уже имеется у инвокера. Дэнди покупает себе ТП-шечку. Есть у него тоже 3000 голды. Смайл уже жив. Рошана... Ой-ой-ой-ой. Тут я сейчас не знаю, как это комментировать, но алхимика убил Рошан. Бывает в доте такое, пишет Тенса. Бедный ПКГ не может наржаться. Просто алхимика три раза стан подряд. Ага, я понятно. Мы смотрим дальше, что тут происходит. Ну, конечно, отказались от затеи. Его тут можно ловить, тут нужно ловить. Видите, тут уже пошла драка. Ой-ой-ой, Смайл там встрял как. Лина пытается убить Тенсу. Тенсу таки убивает. Смайл здесь тоже разменяется. Дэнди ультует наконец-то. Здесь срывается НС. НС срывается, включает пайп, зацепляет инвокера, убивает инвокера. Здесь ЦМ-ка едва живая. Дэнди даблкил, ловят еще и Разора. Врывается Лост, минус Разор. Дэнди триплкил, Лост убивает Таона.
Ой, вы знаете, как же порешал этот момент. Это борода. Вы понимаете, что произошло? Что вот реально этот момент сейчас решил игру. Это просто... Это просто что-то с чем-то. Лост врывается на Разора, продолжается драка. Здесь Дэнди. Дэнди! Этернал Блейд сюда в Разора. И Разор пытается... Пытается выжить, но не выживает. Лост лоу хп уходит. Алхимик здесь летит. За ним гонится НС. НС цепляет в ультимейт алхимика, которого закончился. Свой ульт. Опять минус 2, минус 4. Живой у нас один шейкер. Ничего он не может сделать. Минус низ у команды Экно Гейминг. О боже, что это было? Какая игра у нас? А вы говорите, скучная игра. Игра очень не скучная. Ой-ой-ой, Дэнди с ластом. Просто моментальный блинк на Тенсу. Минус Тенсу. Дэнди викетсик. Ну, Дэнди раскочегарился под конец игры. Было у него 4-4. Сейчас вот 12-4. Сносят низ ребята из ДТС. И сейчас, наверное, все-таки пойдут убьют Рошана, там не умирая. Да, был шанс у команды Экно создать сенсацию. Создать огромную сенсацию, но, блин, буквально, ну я не знаю, как это назвать. Это не фарт, не знаю, фейл. Ну просто жесточайшая невезуха. Рошан убивает, три раза подряд проходит стан. Боже, я пропустил этот момент. Я по привычке, когда комментирую из арены, я не показываю, когда бьют Рошана, потому что, ну, чтобы не слышали игроки, и по привычке не показал сейчас, я не увидел того, как умер алхимик. Ну, это что-то с чем-то. Ну что ж, Дэнди забирает Аегис. У Дэнди 4300 голды, есть Яша, будет Монтастайл. Этернал Блейдом сейчас будет бить нереально больно. Ну, и, наверное, вы знаете, на 39-й игре, вот сейчас можно сказать, что, ну, наверное, эту игру таки... Не вытащить команде Окно. Как не пытался Light My Fire. Вряд ли у него получится. Вот купил он себе Mystic Staff, видим. Разор Пайп ПТ. Ну, в принципе, довольно плотный, но все-таки убивает. Смайл тут с Аганимом скоро будет. Через 500 голды у него будет Аганим. НС с Пайпом 2300. Дред купил Владимир для... Кого? Не знаю. Дред купил Владимир для кого-то. Ой-ой-ой, врывается здесь. Алхимик врывается на НС. НС тут же разворачивается и решает, что нужно идти в драку. Смайл прыгает, моментально прыгает, то есть лос, цепляет СМ-ку, цепляет еще и Тенсу. Тенса не может дать стан. Пришел тут вовремя Смайл. Боже, СМ-ка как-то выжила, но Тенса здесь, конечно, умрет. Тенса умирает, забирает его лос. Здесь убили тем временем НС-а. Дэнди раскастовывается. Раскастовывается в алхимика. Алхимик в ульте здесь дерется, спасает еще Light My Fire. Здесь Разор жив. Лост возвращается, получает нереальное количество дэмэджа от Разора, едва уходит. Здесь Смайл, Дэнди, монстр килл, Дэнди заходит дальше, бьет Разора. Боже, с руки просто вырезает Дэнди. Ой-ой-ой, какой свап! Боже! Ну, все-таки убил здесь лос, но я думал, что Смайл свапнет, и тут будут проблемы у Дэнди. Боже, куда пошел Дэнди? Ой-ой-ой, тут Дэнди разводит СМ-ку с блинками. Ну что же, ну, наверное, на этот раз GG, Дэнди забирает нас наверху. Дэнди забирает наверху барак. 37-33, конечно, вышли вперед по киллам. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут как вошел... Ай, вошел Тенса, почти убил Смайла, но не повезло. Сбривает Дред Тенсу. Наверху Дэнди тут ушел, все-таки решил, что не судьба бегать с 200 хп. Есть у него Саша Яша. Смайлуха фартовый же пишет. Да, Смайл ушел, у нас там было у него 30 хп. Но здесь отъедет он от Садстрайка. Как только появится... ну, не появится еще скоро у нас. Ну да, это мега-крипы. Мега-крипы делают команда ДТС. Ну, что же. Довольно веселый получился у нас матч. Врывается сюда Лост вместе с Дредом. Сбривает нас очень быстро Разора. Дред еще раскастовывается в алхимика. Убивает алхимика. Здесь Дэнди бегает по-прежнему. 200 хп с рапирой. Умрет же. Умер. Но рапира не выпала. Ну что ж, ливнули уже у нас игроки. Тенса ливнул, и Дэнди тут с рапирой еще повеселится, конечно. Смайл еще свапнул. Дэнди Beyond Godlike. 17-4. Трипл килл. Винга выкупается там далеко. Тут Дред веселится по таврам. Ну что же.
Ой, какой рассказ by Dendy. Dendy ультракилл, но рэмпэдж ему сделать здесь, конечно, не дадут. Вот появляется, появляется еще Light My Fire и не сделает Dendy рэмпэдж, не сделает, конечно, отбивается от него Light My Fire. Ну что ж, 41 минута игры. 41 минута игры за нашей спиной сегодня была. ДТС против ОКХО Гейминг. Матч закончился со счетом 2-0 в пользу ДТС. Выиграли, ну, в принципе, вы знаете, вторая игра была очень-очень тяжелая. И поэтому не так легко-то судить. Тяжелые были матчи для ДТС. Напомню, завтра 21:00 матч между... Вы такие жесткие. В 21:00 завтра по Москве против НВО. Не забудьте. Блин. А чё с Ириной такое время кривое? Ну а на сколько ставишь? Ну хочешь, я поставлю на другое время? На какой день? Чуть-чуть раньше. Ну раньше, блин, буржуяки в школе, понимаешь? Это ж уроки, что ты хочешь. Какие буржуяки? Ой-ой-ой, я только что упал. Ты уже в Вове? Как ты так успеваешь? Ладно, все, я пошел дальше в стрим. Так, ну что ж, напомню, это была игра ДТС против команды ОКХО Гейминг. И сейчас мы продолжим нашу трансляцию матчем ТЭК против Электрика. Крутишь и укладываешь в стакан. Ну вообще полный улет. Это электронная почта. Как? Проводов нет, а? Я в интернете. Производительность увеличивается автоматически. Процессор Intel Core i5 с технологией Turbo Boost.